быстрее, ну не трудится. Я в Москве, а она тут. Как скажешь, дорогой. Ну, правда. У меня кроме жены никого нет, и не было никогда. Хорошо провести время с женой. Подарки в чемодане, а чемодан потеряли в аэропорту. Андрюха! Дорогой мой! Не трогай! Ты что делаешь? Это виски, на! Я просто не пью. Витя, я счета. А я. Телефон потерял, чемодан потерял, игрушку сломал. Ну вот что ты за человек, а? Ты гуся зашил? А надо было? Зачем ты приехал? Надеж. Не трогай. Не хочется никуда ехать, но надо. Понимаешь, я очень... соскучилась. Ну, я, может быть, лет по мне. Чего ты не поменяешь? А ты все сделал правильно? Нет. А ты сделай. Это не сложно. А ты помнишь наш млечный путь? Та-да-да! Я тебе обещаю. Все будет хорошо. Ночь пройдет, красиво. Андрюша! Андрей! Бум-бум, обряд сделал, все. Все, по машинам, давайте! Да, ты звоните в полицию. Из-за меня духи гневаются! Все хорошо, в Новый год. Молчу. Впечатляешь? Да. Может, поможете? Нет, я не пью, я ведь только вчера... Так нечестно.